Всем привет, друзья! С вами Дим Ван Пойнт, а это Вреквест. В предыдущем ролике, вот здесь вот по подсказочке можете посмотреть, вы набрали больше 1000 лайков. Я, честно говоря, офигел. Я думал, что мне одному нравится Вреквест, но вам эта игра тоже заходит, поэтому мы продолжаем ее играть. Тем более, у нас здесь есть причина вернуться в эту игру. Во-первых, у нас вышел новый турнир, который называется Banger Bash. Он у нас июльский, как вы поняли. И здесь нам нужно будет проходить испытания, покорять списки лидеров, зарабатывать славу и получать награду. Все как всегда, это у нас уже третий сезон, если что, получается целый третий, но не все так просто, потому что здесь у нас появилась новая DLC. Друзья, если мы зайдем в гараж, и если у вас есть сезон пасс в этой игре, то вы получите три новых тачки. Итак, первая у нас называется Sweeper, выглядит она вот так вот. MC Bad Boy, надпись, и что-то там, фрейнтинг и так далее. Короче, выглядит она вот так вот. Я даже не могу догадаться, что за основа была из реальной жизни у этого автомобиля, поэтому вы напишите. Но вот здесь уже будет вот с этим автомобилем все более-менее понятно. Называется эта тачка Hearse. Здесь у нас гробовщик Jaguar. Ну, машина была изначально, видимо, Jaguar когда-то. Вот, гробовая модификация, или как она там это правильно называется. В общем, гробовозка. Вот, и вот такая вот гробовозка у нас добавляется. Gold Digger, ну и, как видите, флаг Англии. Это отсылочка, что все-таки машина изначально, прототип ее в реальной жизни, это Jaguar. И вот Stock Car, название вот, вот такой вот малыхи. И я забыл, как эти тачки, опять же, правильно называются. Вот с этими спойлерами сверху, причем они такие вот, видите, типа, здесь поменьше боковинка, там побольше. Короче, в всяких дёртах они были, эти машины, и, блин, круто, что это все дело добавляется, причем самое интересное, что вот эта тачка, она еще и на заднем приводе. Здесь у нас, кстати, полный привод, но почему-то там показано, что задний, и здесь половинный, ага. А, да, и тут половинный, а... Почему здесь полный, и при этом не показывается полный привод? Да, видимо, они поломали. Ну ладно, тем не менее. Новые трассы также добавились. Например, вот это, Kingston Raceway. Кольцевая, но там у нас кое-где еще и пересекаются различные, как вы видите, направления. И можно друг друга врезаться. То есть она, по идее, восьмерочка. Также у нас тут есть Mudford Motor Park. Давайте погнали в турнир и будем проходить уже его. Как видите, здесь у нас есть DLC-шные всякие испытания. И вот, например, вот этот вот Mudford Motor Park. Не могу я это название правильно выговорить. Короче, погнали проходить. Здесь у нас финишируйте максимально близко к первому месту. Машина называется Rammer. Погнали. Ну что же, вот наша машина. Номер у нее 86. Написано «Мертвое мясо». Мертвое мясо. Ладно, поехали. Может быть, попытаемся что-нибудь выжить из этой брички. Dead Meat. Мы, кстати, на последней позиции. И у нее что-то жопа просевшая, мне кажется. Чуть-чуть рессорчики просели. Ну что, давайте сразу врезаться. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, куча мала у нас тут. Надо аккуратненько их всех проехать, потому что, как вы помните, здесь у нас задание приехать максимально близко к первому месту. Вот это да, вы видели? Вот это мясо. Смотрите, сейчас он вылетит прям... Оттормаживаемся. Чуть-чуть задели ему бампер. Слушайте, ну она неплохо едет, она такая достаточно устойчивая машина, тяжелая. Поэтому чувствует она себя хорошо. У нас здесь два круга. Но черт возьми, они тут просто смертоубийства какие-то делают. Давайте по обочине объедем. О, вот это было близко. Ух, ё-моё, что они творят? Они просто друг друга бортуют нещадно. О, да. Это сложная хренотень. Это очень сложная хренотень. О, жух вылетел. Так, жучара. Давай мы сейчас тут с тобой разойдемся. Максимально аккуратненько, потому что... Йоши, кстати, у него ник. Йоши называли черепашку из Марио. Так. Смотрите, какие они активные здесь. Так, удержался. Зато он вылетел. Ха-ха, лошара. Ребята, а я тем временем напоминаю, что давайте на эту серию наберем также 1000 лайков, и я буду знать, что вам это все интересно, потому что все-таки Вреквест — это одна из очень экшенных гонок, которые вот остались у нас на данный момент. Все остальные игры, они, ну, плюс-минус такие... Не особо в них экшен какой-то получается. А здесь постоянно происходит какое-то мясо и смертоубийство. Пошел нахер, блин.
Вот это была ошибка. Это была ошибка. Черт возьми. Надо хотя бы шестым на бронзу приехать, а я тут вылетел. Очень жестко вылетел. Да, мне кажется, тут надо бы перезаезд сделать, потому что 13 из 24 это не очень хорошее место. Мне 7 соперников надо обогнать. О, Йоши наконец-то выбили. Так, ладно, будем пробираться. Так. Тут стена же... Да черт возьми, ну вы вообще водить не умеете, что ли? Ну-ка, ух ты ж! Торпеда пролетела. 10-й, ну ладно, 3 места в принципе. И мы приедем на бронзу хотя бы. Хорошо, хорошо. Давай, потихонечку. Да ладно, вот там уже финиш, что ли? То есть тут я абсолютно просираю все. Давайте максимально в Йоши. Пошел нахер, Йоши. 9-я позиция. Да, тут уже финиш, и, к сожалению, из-за моей этой критической ошибки мы не приезжаем ни на какое место, да. Это печально, позиция 9-я. Можно, в принципе, сделать перезапуск, но что-то мне не хочется. Давайте поехали лучше в следующее задание, если что, я это все перепройду. Хотя нам дали все равно бронзу, потому что мы финишировали среди первых 65%. Ну ладно. А вот за испытание сезона мне ничего не дали. Понятно. Ну, хорошо, что хоть так. Ладно, тут нужно опять финишировать максимально близко к первому месту. Но едем, как вы понимаете... Ага, да. Сейчас вы увидите, на чем. Едем мы на гребаном диване. Ладно, хорошо. У нас тут опять диванные войска едут. Поэтому будем максимально аккуратно все это делать. Оу! Да вот-вот надо было тебе вот это вот устроить прямо сейчас, да? Нет, перезапуск. В самом начале я не хочу, чтобы у меня лажа была. Надо как-то его объехать, мне кажется. Потому что они в начале тут, видите, что с ними творится. Не. Так, хорошо. Да ладно! Да ладно! То есть вот прям вот так вот? Прям вот так вот легко на этом говне перевернуться? Хорошо. И тут, кстати, чтобы вы понимали, 6 кругов нужно проехать. Но я буду надеяться, что они сейчас друг друга просто самоликвидируют. Угу. Я понял. 18 из 24. То есть вы сами понимаете, да, какие тут испытания. Это жесть. Это полнейшая жесть. Оп. Минусанули. Блин, еще его и повозили с собой. Блин, диван едет очень странно. Но я держусь. Я стараюсь максимально держаться. Тихо-тихо-тихо, только не переворачивайся. Только не переворачивайся, братан. Все будет. Все будет как надо. Надо вот этих вот мелких сбивать. Да вот-вот надо было тебе вот так вот сделать говна кусок, а. Так, хорошо. Ладно, у меня 10-я позиция пока что. Минусанули. Смотрите, бортуется еще. Блин, в отсечку херачит жестко, конечно. Так, отлично, приземлились, хорошо. Третий круг пока что идет. Пока что третий круг, пока что все окей. Но машину заносит. Нереально заносит. Но сейчас мне тут опять повезло. Так, 7-й. Надо 6-е место и будет бронза. Не, ну испытание здесь это, конечно, жесть. Это полная жесть. Так. Давай, стараемся, стараемся, стараемся. Давай, пошуру. Ну вот, да, но что такое? Тут вот сталкиваешься с этими дебилами, блин. И тебя сразу тоже куда-то непонятно куда... Едет твой, хотел сказать, машина, но это софа едет куда-то. Так, так. Трасса-то максимально несложная. Вот сложно именно на этом говне удержаться. Видите, что с ним происходит? Его кидает еще вдобавок. Так, ну я не знаю, на первую позицию-то получится у нас здесь Оу! Вот это была авария. Так, ты, почему с тобой ничего не случилось? Снова пролетели как-то на лаке вообще. Максимально на лаке пролетели. Давай, 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 давай. И где-то здесь финиш. Отлично, завершили. Фу, вторая позиция, вы прикиньте. Но это было напряжно, я вам скажу. На экране, наверное, это выглядит все максимально легко, но машина на... Блин, машина, нифига это не машина. Диван это настолько хреново едет. Прям жесть. Ладно, здесь у нас нужно заработать максимум очков. У нас опять рамор. Едем на этом раморе. И я так понимаю, это вроде новая арена, что ли. Хотя может и нет.
В любом случае, я что-то такую арену раньше не замечал, и она похожа на пасть какого-то монстра, такую круглую и зубастую. Забавно это все выглядит. Ну что, арена разрушения, друзья, полетели. Давайте сразу я вам покажу еще свою сложность, как у меня все это стоит. Вот все так на среднем, и сложность вождения, как вы понимаете, свою. Так, ну что, начинаем гонку. Надо было, конечно, что-то протюнить, мне кажется. Но ничего страшного. Try me. Get smashed. Надо набрать больше очков. Поэтому сейчас нам нужно просто всех подряд херачить. Ох ты, слушайте, а тут машина-то нереально буксует, я вам хочу сказать. Мы постоянно в дрифте ездим. Но меня радует, что у нас здесь... Давайте в этом уедем. А, отлично, теперь в этого. Какая у нас позиция? 2400 очков надо набрать хотя бы. Сейчас, я думаю, наберем. Ну, здесь прям куча мала. Прям куча. На. Машина хороша, реально хороша, потому что здесь у нее достаточное количество хп и, видимо, хорошая броня. Так, застряли. Все, поехали снова. Блин. Получи в жопень. Получи. Всех немножечко распихали, но вот она не поворачивает. Да что ж ты не поворачиваешь? Давай. Давай, 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 давай. Сейчас кого-нибудь въедем. Отлично. Надо бы прям с разгончика. Не дал с разгоном лететь. Говна кусок. Хорошо. Так, надо прям, чтоб красиво было. Во! Вот это было красиво. Так, вот это. Надо кого-то прикончить. Если мы прикончим, за это нам очков дадут больше. Блин, мимо. Как так-то? 1600. Меня это не устраивает. Ох, лимузин. Успел. Вот этого еще бортанем. Так, надо искать жертву. Надо искать того, у кого мало хп, вижу. Вижу жертву и... Да вы что, издеваетесь? Вы просто издеваетесь, да, сегодня надо мной? Смотрите, как он быстро задом ездит. На! Отлично! Теперь вот сюда. На! В бочину! Главное в бочину полетать. Так, теперь здесь. На! Вот этот, жертва. На! Отлично, бронза есть. Так, теперь надо еще кого-нибудь херануть. Совсем... Во-во-во-во-во-во, вижу! Блин, ты мне загородил. Так, отлично, разбил. Надо телепортироваться, чтобы никто меня не бортанул. Получи в сраку! Блин, как мне это нравится. Вот этого надо добить. Есть! И меня в бочину тоже херанули. Так, закрутили что-то, мне это не нравится. Телепортнулись. Так, и теперь вот-вот-вот-вот это! Отлично, серебро есть. Шикарно. Теперь нам осталось чуть-чуть до золота. 40 секунд, друзья. Как вы думаете, получится у нас на золото это все выполнить или нет? Разгоняемся. Я вижу там много тех, кто уже почти мертв. Так, хорошо. Хорошо, выехали из этой кучи малы. И надо кого-то еще бортануть. Вот этот. Хорошо, переднее колесо повреждено. Мне это не нравится. Еще одного бортанули. Так, ох ты, блин, зажали между двух прям. Машина пипец как дрифтит, разогнаться не могу. Еще одного разбил, и мы получили золото, друзья. Но тут уже стоит телепортироваться. И я хочу вот этого бортануть. Да, отлично. Вау, вот это было у нас 360 ноускоп. Есть, добил еще одного. Шикарно, главное, короче, как падальщик, просто жертву собирать и все. И убивать всех, кого видишь, у кого мало хп. Отлично, 7293 очка, и это у нас золото. Замечательно, итак, продолжить. Фу, все-таки, блин, Breakfast это вот реально экшен. Вот, не знаю, одна из самых таких гонок, где что-то постоянно происходит. Итак, здесь у нас DLC-шное испытание. Финишируйте максимально близко к первому месту. Поедем мы на херне. Да. Да. Это будет весело. Вы только посмотрите на это. Вы только на это посмотрите. Ну ладно, поехали. Звук, конечно, у нее вообще фантастический. Как будто я на какой-то там нереальный Тесле еду. Да вот. Моя тут широкая траектория, не ваша. Да вы издеваетесь. Тихо. 6 кругов надо. 6 кругов. Будем ехать как по Наскару. Я буду постоянно к бортикам прижиматься. Вы же знаете, да, зачем в Наскаре прижиматься к бортикам? Вот я вот так и буду ехать. Тем более у меня еще есть возможность не встретить никакого злого господина, который захочет меня в эту стену кирячить, вот как вот эти вот два. Так, 2 круга уже пройдено. Смотрите, как хорошо у нас получается. Воу! Тихо. Так, надо бы обогнать вот этого на первом месте, и вообще все будет в ажуре. Отлично, пройдено.
Не по траектории немного, но тем не менее. Так, третий круг. Все, теперь можно расслабить булки. Ехать вообще максимально адекватно. Короче, проблема этой машинки в том, что она легенькая, и там тебя очень легко могут из сидушки выбить. Вот, но сейчас, как видите, все прошло вообще успешно. Но тут мне просто повезло, просто подфартило. Я, на удивление, походу иду к успеху. Надеюсь, ничего в конце со мной не случится, иначе будет это big fail. Потому что я тут уже по второму кругу начинаю догонять всех вот этих супостатов. Вот, они могут... Могут мне подсрачник дать, и в итоге плакало мое первое место. Но я очень надеюсь, что будет все окей. Я даже немножечко газ подсброшу, наверное, чтобы особо до них не доезжать. Потому что реально, они такие активные ребята. Могут меня поставить куда-нибудь в стену. Поэтому потихонечку, полигонечку, сейчас просто половинку в газ прожимаю. И особо не парюсь, потому что все там все равно далеко. Я тут, как всегда... Проехал, фух, как всегда, да, как, не как всегда, но тем не менее проехал хорошо. Фу, так, ладно. Пока что только с первым испытанием у меня самые большие проблемы были, но там опять же из-за глупости. Это такая игра, тут из-за глупости может быть все плохо. Так, ну что, Мудфорк Моторпарк. Моторпарк, наверное, правильнее будет. Ну что, поехали, вот тут прям грязи дофига. Тут прям дофига грязи. Гонка на серийных машинах написано у нас. Окей, грунтовый овал. Да, грязевые заезды у нас вот на этих машинах. И тут у нас цель проехать быстрее, чем 2.14. Окей, хорошо. Постараемся. Мне больше всего интересно, как эта машина едет. Ох ты, блин. Ох ты, блин. Она пипец вжигная! Офигеть, опять по широкой по... Так, началось. Блин, у нее очень прикольная физика. Грязи, конечно, здесь, ну, грязь ты не так чувствуешь, как в каком-нибудь SnowRunner или MudRunner. Этот MudRunner будет поправильнее, потому что там именно про грязь. Но, тем не менее, на ручнике влетаем по красоте. Слушайте, но... Прикольное испытание. Реально, физика какая-то такая необычная у этих машин. Я стараюсь по широкой проезжать. Оп, нормально. Три круга из 8 проехали. Но я считаю, что это победа. Главное, мне сейчас просто никуда не укорячиться, и все будет замечательно. Кажется, я начинаю понимать, почему здесь добавили именно таймер, а не место. Потому что, смотрите, нам сейчас по второму кругу нужно проезжать вот этих вот ребят. И, ну, как бы вы знаете, да, это всегда такая история, очень рандомная. Тебя могут отправить куда-нибудь с трассы вообще, вот как сейчас меня тут останавливают. Так, ладно. Ох, в какой занос мы вошли. О, чьи-то спойлера валяются. Но, так, минус спойлер чуваку сделал. Что-то есть у меня такое подозрение, что если спойлер у тебя тут отваливается... То все, типа, это жопа. Но, тем не менее, мы проехали. И время 2.08, и получаем серебро. То есть тут нужно было умудряться ехать еще как-то быстрее. Да, 2.04, чтобы получить золото. Да, ясно, понятно. Но, опять же, если бы я пролетел вот этих вот ребят как-то пошустрее, между ними прошмыгнул, то, наверное, мы бы на золото и приехали. Пока что у меня статистика такая себе. Ну, ладно. Ну что же, тут у нас последнее испытание сезона. Bang Racing, Kingston Raceway, друзья. Давайте посмотрим. Да, у нас тут восьмерочка. Хорошо. 81 тысяча очков. Победите игрока, идущего впереди в текущем рейтинге, чтобы получить приз бронза. Тут именно у нас на очки. Да, у нас тут на очки. И при этом... Что это? Как это работает? Мне придется кого-то убивать. У нас тут это дерби, что ли? Только дерби на восьмерке. Итак, я готов. Машина у меня, вот она. Impact Speed Hunter. Блин, красиво выглядит вообще. Посмотрите на эту няшку. Красота. Просто красота. Да, заработайте максимум очков. Здесь нам нужно начать гонку. Хорошо. Да... Блин, посмотрите, как круто выглядит. Офигеть, мне нравится. Полетели. Короче, надо долбить друг друга, я понял. Такие истинно английские гонки у нас. Влетаем в стройку по полной. 2000 уже есть. Воу! Ах вы говна куски, а!
развернули меня. Ну я... О! Прилетел, блин, откуда-то. Хочу вот в этого. На нахер. Во-во-во-во-во! Кто у нас тут? Подели, подели, перевернули. Красивенько было, очень красивенько. Блин, прикольно она дрифтит, кстати. Оп, еще одного развернули. И в стену, давайте его вкорячим. Шикарно, о, ну лежачего не бьют, как говорится. А вот тебя в строкотан можно пихануть. Ой, красиво полетел. И давайте развернем. Нет, не развернули, он успел выровняться. Так, сколько у нас кругов? 8. 11 тысяч очков есть. Но я напоминаю, что нам нужно аж 80 тысяч. На, 4 тысячи, шикарно. Блин, в стену въехали, так надо делать вот так вот, от греха подальше. Блин, но пока что не... Оооо, щит. О, давай, выровни меня. Да, я просил выровнять, а не в занос меня пустить. Так, сейчас попробуем что-нибудь. И, блин, черт возьми, но это было красиво. Это было красиво, 30 тысяч уже есть. Главное машину не разбить вообще в щи, иначе я чувствую, у нас тут гонка это прекратится, пошел нахер. Ха-ха! Есть. Так, надо еще одного. Надо еще одного. Так, во-во-во-во-во-во-во. Блин, что-то там начинается, но я проехал мимо этого начала пати, с которым с ними можно было попихаться. Ай, месиво, шикарно. 7 тысяч. Так. Держимся, держимся. 42 тысячи пока. Блин, надо еще 39 тысяч. Во-во-во-во-во, куча мала. Блин, пролетел опять мимо кучи мала. Черт, а так все хорошо начиналось. Зато позиция, кстати, у меня высокая. Так, сейчас влетим в кого-нибудь. Вот в него, например. Давай, в стоп. Ее, прям вдвоих херанулись. Отлично, 10 тысяч сразу заработали. Шикарно, 6-й круг из 8. Да, ну тут надо прям как-то умудряться мясо-мясо устраивать. Алох. Кто не смог меня бортануть? Так, во, мясо едет снова. Снова мясо. Сейчас мы попробуем в них. Во, еще едут, выезжают. Есть, бронза. Отлично, добили. Главное добивать всех. Блин, черт, я думал, в него врежусь. Во, есть, мясо. Давайте, на, черт, полетел опять куча мала. Вот тут вот главное успевать влететь вот в этих всех ребят. Во, приехали. О-о-о! Отлично, 2500 заработали. Уже 113 тысяч есть. 7-й круг, я напоминаю. О-о-о, как это было печально. Слева чувак просто убил себя об стену. И на, по красоте. Так, теперь дальше едем. Но тут никого бы не успел влететь на этой восьмерке. Вот тут у кого-то уже пол машины нет. Сейчас мы его попробуем добить. Либо он сам себя сейчас добьет. Нет, не добил. Так, 8-й круг. Че, все-таки приехали? Эх. Но это было хорошо. Это было хорошо. Че, у нас в итоге бронза получается, наверное, да? Да, да, получается в итоге бронза. Но тут, видите, опять же, как повезет. Если попадешь в какой-нибудь там прям вообще мясо-мясо, и при этом в этом мясе все как бы... уже с маленьким количеством жизней, так сказать, то можно прям влететь в стройку, как говорится, и всех вообще нафиг разделать, и все, и за это много очков получить. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас тут по магазину, что мы можем купить. Мы можем купить комплект Speed Freak, можем купить новую вот эту вот машину Hunter, на которой написано Hunter Partner. Но опять же, это британская тачка, это типа опять под Jaguar у нас сделано. Мне хочется, конечно, супер вином. 60 тысяч это стоит. Все, продолжаю я копить. Копить и копить очки, чтобы заработать хотя бы на что-то. Но вот Doom Rig я бы взял за 30 тысяч. До него осталось уже совсем чуть-чуть. Так, ну и в принципе, да, можно вот в этом событии тогда его перепройти. И может быть у нас получится как раз 30 тысяч. Сейчас мы на это посмотрим. Хотя нет, 30 тысяч у нас здесь по-любому не получается, потому что я смотрю, там награды, если за золото, то 2 тысячи дают. А тут сколько? Здесь вот 4 тысячи за золото дают. Так что, в принципе, на Софе можно будет потом перепроехать, чтобы 4 тысячи очков получить. Ну и испытания дня у нас тут 2 тысячи всего за это давали. Ну понятно, то есть какие испытания легкие, там дают чуть-чуть совсем. Хотя вот здесь вот 4 тысячи за золото дали. Так, а здесь у нас 10 тысяч аж дают за золото. Ну ладно, я попытаюсь все-таки приехать на золотую награду.
и заработаем 10 тысяч, это будет круто. Но это все как-нибудь потом. А на этом у меня все. Всем огромное спасибо, кто посмотрел эту серию в Wreckfest. Блин, дополнение прикольное, машины добавляют прикольные. То есть игра уже живет, я не знаю, хрен знает сколько лет, и она все равно остается классной, веселой, в которую круто постоянно возвращаться и бить новые автомобили и смотреть на их разрушение. А как вам, нравится это или нет? Давайте сюда, как всегда, накопим 1000 лайков. Я буду знать, что вам это все нравится. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик. И всем пока-пока!